18 августа в Казахстане отмечают День пограничника. Наша страна соседствует с 5 государствами, и есть люди, которые круглые сутки охраняют безопасность этих рубежей и заодно покой казахстанцев. Подробности в материале моих коллег. Общая протяженность государственной границы Казахстана более 15 тысяч километров. 2 километра из них – это морские рубежи. Одна из красных линий проходит в Жамбылской области. Здесь солдаты несут службу в 24/7 и в любые погодные условия. Такой режим могут выдержать только сильные и выносливые люди. Стать пограничником может не каждый. Нужно обладать крепким здоровьем и быть в хорошей физической форме, иметь безупречную репутацию. Сейчас для службы на границе созданы все условия, внедряются современные технологии, помогают нести службу и пограничные собаки. Все это позволяет держать границу на замке и вовремя реагировать на малейшие нарушения. Только за 6 месяцев этого года жамбылские пограничники выявили и пресекли более 2000 нарушений границы. Сегодня профессиональный праздник защитников рубежей нашей Родины, поэтому желаю пограничникам Казахстана крепкого здоровья, успехов в службе, спокойствия нашей стране. Пусть небо будет открытым, а граница наша на замке. Пограничники говорят, что нарушения границ бывают разными. Летом в основном это перегон краденого скота с целью продажи. В остальное время контрабандный провоз наркотических веществ или незаконное пересечение границы. Все эти факты пресекаются, ведь служба здесь – это важный фактор обеспечения стабильности государства и национальной безопасности. Берик Силбек, Шерния Сборонтаев, Астана Таймс.